Видео. Хочу вам посоветовать канал моего друга репетитор по информатике. На этом канале вы найдете видео по решению задач ОГЭ по математике и информатике. Также вы найдете видеоуроки по программированию. Также вы найдете видеоуроки по программам, которые пригодятся для работы с компьютером и которые просто облегчат вам жизнь. Подписывайтесь на этот канал, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, и мы продолжаем играть в игру про Росомаху. Нажимаем выбор уровня, к оружию X и глава 5, сюрприз. Смотрим, что за сюрприз нас ждет. Как ужасно пахнет. Эй, изменник, я принес тебе подарок. Какого? Прости, я не успел завернуть твой подарок. Разве ты не рановато в этом году? Я хотел сделать тебе сюрприз до того, как вирус Шива завершит свое дело. Ошибка. Я не люблю сюрпризы. Так вот, да. Ну, сейчас мы снова один раз побили и побьем второй раз. Ой, камера зафиксировалась. Почему он может меня хватать, я его нет. I'm gonna floss my teeth with your guts, Brent. Да как ты так делаешь? Feels good being home, don't it, champ? На. Вагонёк. Lucky with that one. Так. Я тебя сейчас попинаю. Got any more relatives I can gut? Да, ах ты. How's them apples, jump? Понять бы еще, что он говорит. Not the sharpest tool in the box, are you, Creed? Понять бы еще. No. What do you call that stance? Prone? Давай, подавай. Подавай, подавай. Удар! А? Давай еще раз. Удар! Попал! You're just a fur rug with teeth, Creed. Подача, удар, попал. Да как промахнулся? Ой, в огне. Подача, удар. Попадание. Not bad for a sawed-off rent. Подача, удар, попадание. Lucky with that one. Крид, ты плохо играешь.
Chalk up one for the little guy. Now, you're asking for it. You look good in red, punk. Поймаю, подожди. Ай, почти. Ну-ка. Ну почти, вот. Он прыгает где-то в шаре, подождите, еще пойду. Вот! Все. Never liked it, never will. Вот и все. Ты сам часть программы «Оружие X». Ты знаешь, что в каждом из нас есть вирус, который нас может убить? Я знал это уже очень давно, карлик. Я прошел весь этот путь только для того, чтобы посмотреть, как ты умрешь. Должно быть, вакцина спрятана где-то поблизости. Я нашел ее. Они передали ее? Тебе? Ты знаешь меня. Я могу быть очень убедительным. Как жаль, что это лишь часть Б. Она смертельно бесполезна без части А. Это означает смерть. Чак, ты видишь это все моими глазами? Да, Логан. Доктор Маккой немедленно начнет синтезировать вакцину. Я бы с удовольствием занялся бы твоим избиением в течение следующей пары деньков, соплезуб. Ну а пока мне нужно отправляться на рыбалку на озеро Мичиган. Какая-то это очень маленькая часть. Давайте-ка пройдем. Еще попробуем. Не, давайте попробуем. Или... Хотя нет, давайте все-таки... Какая-то очень маленькая часть получилась. А вдруг та будет очень большой. Давайте все-таки на этом закончим. Всем до свидания. С вами был Санек. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.